анан ар бир региондо бүгүн райондо айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Сегодня в урочище Каркара стартует наша экологическая акция «Экосезим». В рамках данной долгосрочной акции мы проводим мероприятие, которое является составной частью национальной кампании «Дяшыл-Мурас». Планируется высадить 1000 саженцев березы и теньшанской ели на 300 гектаров. Современные экологические проблемы, вызванные производственной деятельностью, несут прямую угрозу существования человека на планете Земля уже в обозримом будущем. Наша акция, экологическая акция «Экосезим», она является составной частью национальной акции «Дяшыл-Мурас». И в рамках реализации данного проекта «Кумтор Голд Компани» она постоянно принимает участие в различных проектах, направленных на сохранение, на улучшение экосистемы. «Кумтор» не только этим занимается, да, в целях сохранения природы и уменьшение влияния негативного воздействия на природу. У нас уже работает завод по переработке неиспользованных шин. В селе Сару Житогузского района мы профинансировали цех по переработке пластика. ЗАО «Кумтор Голд Компани» призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к нам и активно участвовать в экологических акциях. Именно для достижения поставленных целей в городе Токмок запущен завод по переработке и восстановлению автомобильных шин, а также поддержан проект по переработке пластиковой тары в селе Сару Иссык-Кульской области. Кроме того, мы полностью отказываемся от использования полиэтиленовых пакетов на руднике.